На старт, внимание, марш! Городская детская общественная организация «Радуга» начала работу в новом учебном году. Стартовый сбор прошел в субботу, 17 сентября. Мероприятия проводились во всех общеобразовательных учреждениях под девизом «Родной земли, душа и память». В этот день учащиеся пришли к памятным местам, закрепленным за их учебными заведениями. Ребята из 11 школы собрались на Аллее Славы. Провели там митинг, читали патриотические стихотворения, вспоминали павших героев. День города – праздник осенний, он бархатным солнцем согрет. Лирическое настроение горячему лету в ответ. День города – праздник особый, когда мы роднимся душой. И добрым родительским домом считаем мы город родной. Люблю я с детства город всей душой, не требуя взамен любви взаимной. За что? За то, что это город мой. И для меня он в жизни самый дивный. Окутан славой, как пеленой, от Кривичева до наших дней. Здесь было много крутых парней, наша лучание, простой народ. Чтоб не случилось, а он живет. Также ребята привели в порядок территорию памятного места, убрали мусор и освободили аллею от травы. Городская детская общественная организация «Радуга» в этом учебном году отметит 20-летие. Юбилейный год ребятам предстоит провести достойно, с многочисленными победами в конкурсах и яркими участиями в акциях. Каждое учебное учреждение получило вот такое задание, над которым будут работать в течение всего учебного года. Это и развитие детского движения, и развитие различных направлений, такого как патриотическое, волонтерское, интеллектуальное, а также развитие связей с детскими общественными организациями нашего города, нашей молодой республики и Российской Федерации. Поэтому сегодня я желаю удачи всем детям, удачного старта и плодотворной работы.